синего приза на кобылах 2 лет в боксах. Старт скачки. Прием выигрывает Хивашер. Хивашер повела. На втором месте броском выходит Сенсация Стайл. На третьем месте Агафья. Активная и Сарта. 100 метров прыгнул за 8,1 секунды. Сенсация Стайл захватывает лидерство и повела. На втором месте Хивашер. Ну а далее три лошади едут очень кучно. Участники осеннего приза приближаются к отметке 1000 метров. Сенсация Стайл впереди. Хивашер на втором месте. А далее тройка Агафья, Активная и Сарта едут бок о бок. Ну вот сейчас мы видим, как участники скачки начинают скучиваться. И Сенсация Стайл уже теряет свое преимущество. К ней вплотную. К ней вплотную подъезжает Активная. 500 метров прыгнул за 32,9 секунды. Активная впереди, Сенсация Стайл на втором месте. Третий Агафья. Далее Хивашер и замыкает скачку Сарта. Лошади выходят на финишную прямую. Подростки, Сенсация Стайл, Активная. И дальним полем в руках свободно едет Сарта. Сарта начинает отделяться от соперника. 500 метров прыгнул за 33,7 секунды. Сарта уверенно разгоняет скачку, приближается к финишу и выигрывает осенний приз. Активная второй, Хивашер на третьем месте в борьбе за 4-е. Сенсация Стайл и Агафья.